Губкинский отдал дань уважения защитникам Отечества. Торжественная церемония возложения цветов к вечному огню прошла на площади Воинской славы. Среди участников мероприятия – горожане, юнармейцы, представители полиции, общественных организаций и администрации города. К собравшимся обратился глава Губкинского Андрей Бандурко. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отстаивал интересы страны и ее мирное будущее. Среди них было немало наших земляков. В каждом доме, в каждой семье помнят героизм дедов, отцов, сыновей и всех защитников, которые честно исполнили свой долг. Настало непростое время, но мы гордимся и говорим, что не предадим то, за что они сражались. Свобода, правда, справедливость. Мы навсегда останемся достойны их подвига. Светлая память всем, кто до конца остался верен Родине. Торжественная церемония – это напоминание о необходимости сохранять и передавать из поколения в поколение историческую правду, уважение героям и благодарность за мирное небо. В этот день мы говорим спасибо всем военнослужащим нашей Родины.